Благослови, Господь. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Так, девочка. Аминь, аминь, аминь. Маша, хворобу не знаю. Бог знает. Бог знает. Аминь, аминь. Бог знает. Аминь. Аминь. Боже, ты нам дал владу наступать и на змей, и на скорпионы, и на всю силу вражу. Аминь, аминь. И мы наступаем на эту хворобу. Аминь. И приказываем. Хвороба, залиш Машу прямо зараз, прямо сейчас. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пошла вон. Маша здорова, Маша зцілена, Маша благословена. Аллилуйя. Не заявляється духовний світ. Ангели, працюйте на це. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Аллилуйя. Не з собою Богом хвалюсь. Аминь. Аминь. Раїса. Раїса. Були проблеми в Раїсі. Великі проблеми. Вона, коротше, Бог її зцілив. Вона тут этот самий. Потім її хороший знайомий, Леонід. Коротше, був рак якої-то там степені, я не знаю. Ну, коротше, виписали його, помирає додому із цього самого. От, він лежав і так далі. Ми з нею молилися, коротше, этот сам, виганяли цього духа рака, запрещали цьому раку, этот сам. Коротше, ну, молилися, як Бог повів, як этот сам. Говорить, підготовились вже все помирати, а він встав і пішов, говорить. В туалет вже почав сам ходити, говорить. Вона така рада, мені дзвонить, говорить. Все, говорить. Я говорю, от міняється приговор, все. Буде жити, возвіщати діла Господні. Так що, слава Богу. Яка вона прийде сама розправити. Да. Написано, що от деякі кажуть, так, молися за людину, а оце, а потім вона не зцілилася, у неї мало віри, значить, цієї людини. Угу. Написано, що увірувавши, будуть супроводжувати ці знамення. Возложить руки на хворі, і вони стануть здорові. Увірувавши. Не ті, за яких моляться, не ті, а увірувавши, будуть супроводжувати ці знаки. А ми що? Увірувавши. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Так що нас супроводжують ці знамення. Так. Якщо там недостатньо віри, в нас її достатньо. І ще просив молитися за Адама. Брат такий є, Адам зовут його. Слава Богу. Да, слава Богу. Да. Вот редкое имя очень, да. Его должны скоро привезти вот на днях. Вот. Сегодня вечером, наверное, уже даже привезти, не завтра. Вот в Киев, значит, тоже врачи ставят эти страшные диагнозы, но Божья воля действительно да исполняется. Аминь. Господь, благодарю Тебя, Боже. О ком мы молили сейчас, Ты знаешь, Боже, за всех, о ком мы сейчас вспоминаем. О ком мы молимся, Господь, молились, Боже, и за этого брата нашего Адама. Господь, просим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец наш, Бог и Царь благословенный. Господь, Целитель наш, через кровь Иисуса Христа, через Божественную Твою Святую Кровь, Господь, Божественное исцеление приходит, Господь, и в жизнь Адама, и в жизнь братьев, сестер наших, о ком мы молились, Господь, сейчас, или кого вспоминаю в молитве сейчас во имя Иисуса Христа. Боже, благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш.
Аминь, 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 аминь. Боже, и благослови начало нашего этого богослужения, нашего этого собрания. Благослови, Господь, богатый свою милость. Боже, всемогущий Бог, благослови всех нас, богатый своей милости. И кто, Господь, сегодня, Боже, разделяет эту сегодня радость общения с Тобой, с Твоим Духом Святым, Боже, благослови весь народ свой, благослови, Господь. Всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь, верующих разных церквей, разных конфессий, Боже, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, и наше сегодняшнее Евхаристию, благослови, Господь, Боже, хлебопреломление, благослови, Господь, Боже, эту радость, действительно спасение, Боже, чашу спасения принимаем, Господь Божий, и благодарим Тебя, Господь Божий, рассуждая о теле Твоем, о крови Твоей божественной. Слава Тебе, Боже наш. Благослови сегодня и рукоположение нашего брата Максима. Боже, во имя Иисуса, его служение благослови, Господь. Боже, всех братьев, сестер наших, благослови, Господь Божий, молящихся Тебе, Господь, сегодня. Слава Тебе. Слава Тебе, Бог Богов, Господь Господствующий. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, мы Тебя Господь, сегодня нашу эту божественную Евхаристию, это хлебопреломление, причастие,
тело крови Твоих. Боже, благословенный Царь наш, Владыка наш, Бог наш, Господь наш, благословенно Царство Твое, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Боже всемогущий, благослови нас, Боже, в этом блаженном общении с Тобою и, Господь, друг с другом, как тело Твое, Боже. Действительно, мы порознь члены, а вместе мы тело Твое. А глава наша – это Ты, Господь, Иисус Христос. Фундамент, основание этого величественного храма, Твоего святого храма – это Твой Сын Иисус. И весь этот храм, Святой Господи, это тело Сына Твоего, Иисуса Христа. Боже всемогущий, благодарю Тебя за Новый Завет Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за чашу, благодарю Тебя за тело ломимое, за кровь святую. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе. Аминь, аминь, аминь. И, братья и сестры, само причастие, оно вот в традиции православной так называется, именно евхаристия, ну, по-русски благодарение, восхваление, как бы, и прочее, прочее. Вот когда восхваляют, благодарят, наибольшее восхваление, как бы. Вот и Иисус, да, Он взял тогда чашу, Он возблагодарил Бога, вот, благословил Бога. Вот, и дал ученикам, и сказал, есть чаша, Новый Завет в моей крови. Взял тело, хлеб, тело, сказал, мое, преломил и дал ученикам. И хотя его тело, так вот, фактически еще не было ломимо, его кровь еще была в нем, душа его в нем была, и не пролита еще была эта кровь, но уже он это сделал и совершил это с учениками, и тайна, оказывается, открывается такая удивительнейшая тайна, что он агнец от века законный вообще, вечности. То есть он есть свыше, сходящий, откуда, где нет времени вообще, как такового вообще. И он вечности от века законный, агнец для искупления всего человечества, всей Вселенной, всего мира. Слава Богу, алло. Аллилуйя. Да, прошу тоже. Это хорошо, слава Богу. Да. Вот. Сейчас мы споем. По одному или может больше? Ну, может быть больше, в принципе, но всем хватит. В принципе, по одному нет, а вот я рассчитывал. А потому что еще будут подходить люди тоже. Здесь две таких распечаточки. Одна молитва за Украину. Хотя можно больше раздать потом, потому что останется, все разберем, чтобы можно было пригласить тоже и на служение кого. Потому что здесь в конце-то есть на эти были написаны запрошенные на служение Украины громады Христа Спасителя. Уже проходит похожие на Диле. По 9-й рангу, да, за адресу Миска Кирилл. Горьковского, Кармайского, 6-го. Вот символ веры, символ веры. То есть всего это будет встреча. Да, это будет встреча. Аллилуйя.